Доброго дня! Рада всех приветствовать на своем канале. Впереди праздники, и, конечно, я уже начинаю подготовку к ним. И сегодня я хочу вам показать, как сделать надпись и украсить сердечко стразовой цепочкой. Как вы видите, минимум декора, но смотрится очень красиво. Ну что ж, приступим. Для сегодняшней работы мне, конечно же, понадобится сама заготовка. Как красить заготовку, видео есть на моем канале, ссылочку я оставлю. Я буду декорировать вот такими полубусинами жемчужными. Можно использовать камни, как я использовала в предыдущем варианте. Мне понадобится клей для страз, пинцет и, конечно, салфетка. Если вы определились с надписью и уверены в своем почерке, можно сразу карандашом написать. Но так как у меня почерк не очень, я обращусь к Google. Набираем имя или слово, которое вам надо, шрифт. И вот мне выдало несколько шрифтов. Я взяла кальку и карандашом перевела. Перед тем, как начать работу, очень советую выбрать, во-первых, размер полубусин или камней, которые вы будете использовать. И, конечно, чтобы это соответствовало самой надписи. Чем меньше полубусины, тем легче их выкладывать. И прежде, вот, чем начать работать на изделие, взять и попробовать именно как выложить, посмотреть, как камни смотрятся именно на бумажке. Начинаем всегда снизу. Вот укладываем, потому что вот эти вот места, где соединение, не всегда бывает удобно как бы выложить, чтобы это было понятно. И вот посмотреть, как камни ложатся. Я выложу и вернусь к вам. Ну вот я выложила одну букву, и теперь я зрительно имею понятие, как ложатся камни. И всегда, когда будем начинать, начинаем снизу и вот эти все соединительные места. Первым делом будем подклеивать полубусины именно на эти места. Теперь, когда я уже посмотрела, как ложатся мои полубусины, я все это снимаю, и нам надо перенести узор. Я переворачиваю бумажку, и вот у меня она так как просвечивается, я все это перевожу карандашом еще раз. На обратной стороне. И полностью наношу карандашом слово. На обратной стороне я нанесла карандашом два раза имя. И теперь накладываю на сердечко и придавливаю. И вот у меня остался шрифт. Не знаю, видно на камере или нет. Я немного карандашом подправлю, чтобы мне было видно, и приступлю к работе. Беру клей и, прежде чем работать, всегда продавливаю клей, потому что бывает, что пузырьки остаются, и тогда этот пузырек расплывется. И начинаю, как я говорила, уже снизу. Наношу немного клея на 3 полубусины. И теперь медленно укладываю и подклеиваю. Клей пока еще жидкий, можно все подправить. Вот таким образом. Снова беру клей. Пузырек оставляю на салфетке. И вот на 2-3 полубусины наношу клей.
Вот здесь у нас будет соединение. И еще одну полубусину на верхушку. Теперь начинаем вот отсюда. Так, пузырек оставляем. Клея много не наносим. Не тот размер попался полубусина. Работа, конечно, кропотливая. И все надо всегда подправлять сразу. Таким образом я выложу вот этот уголок. Букву М я уже выложила, и теперь начинаем, как я уже говорила, снизу. Букву А наносим немного клея. Так, что у меня с клеем? На 2-3 полубусины. И аккуратно выкладываем. Чтобы у нас вот этот полукруг получился. Клея много не наносим. Лучше два раза нанести, чем один раз и слишком много. Так, мне неудобно немножко на весу это делать, но хочется вам все показать ближе. И укладываем бусины все рядом и продолжаем вот букву А. Выложила. Немного корявенько получилось. Не совсем удобно хватать пинцетом полубусины, поэтому уже заказала карандаш, который хватает сразу полубусину сверху. И полубусинами оказалось сложнее выложить, чем камнями. И теперь буду украшать край. По краю я буду украшать стразовой цепочкой, она у меня 3 миллиметра. И второй ряд вот здесь я выложила более мелкой 2,5 миллиметра. И беру свой универсальный клей. Наношу совсем чуть-чуть клея, чтобы приклеить несколько звеньев. Укладываю цепочку. И даю ей закрепиться. Моя цепочка закрепилась. И теперь я по месту, где у нас было склеено две половинки, наношу немного клея и укладываю сверху цепочку. Укладываю и всегда придерживаю, даю закрепиться. С клеем универсальным работа, конечно, идет намного медленнее, чем с горячим клеем. Доклеиваем стразовую цепочку до конца, лишнее обрезаем и даем всему закрепиться. Клей наносим очень аккуратно и совсем понемногу. Я взяла стразовую цепочку меньшего размера и подклеиваю ее к боковинке. Клей наношу не на саму заготовку, а именно вот на стразовую цепочку.
и укладываю так, чтобы смотрели все звенья вперед. Вот таким образом. И также даю закрепиться и подклеиваю по всему сердечку. Я подклеила стразовую цепочку, и вот вы видите, она блестит с двух сторон. И здесь, и когда вы смотрите на сердечко сверху. Ну вот, сегодня я вам показала, как украсить сердечко и как сделать надпись. В следующем видео вам покажу, как сделать бантик и розочки. А на сегодня все. До следующих встреч. Пока-пока.